Перед нами один из героев сегодняшнего дня, серебряный призер чемпионата России 2015 года Вардан Косиков, и он же юбиляр, ему сегодня исполнилось 30 лет. Вардан, поздравляем вас со всеми этими праздниками. Расскажите, как для вас проходил этот чемпионат, особенно последние два боя? Вы абсолютно правильно заметили, для меня сегодня был праздник. Весь турнир, все события, которые здесь было, с поддержкой Алани, с поддержкой моих родственников, которые в Санкт-Петербурге, поддержкой моего тренера. Сегодня великое событие для меня и для многих, мне кажется, кто меня поддерживал. Хотел просто поблагодарить всю Аланию за эту поддержку. Ну, вы все-таки второй раз уже фехтуете в финале, и тоже с Вениамином Решетниковым. Скажите, пожалуйста, как вот вы выходили на финальный бой и вообще при счете 2-11 в полуфинале? Вы думали, что можно все-таки перевернуть этот ход встречи? Знаете, я не смотрел на счет, честно говоря, но я знал, что у меня есть возможность победить Никиту Проскуру. И интуитивно это чувствовал. Но еще раз хотел повторить, что Кавказ дает мне силу. Сумасшедшая сила и поддержка, которая здесь была. Просто я не мог по-другому выступить. Скажите, а в финальной встрече были шансы? Потому что вы сумели даже дважды вернуться. Честно говоря, я первый раз, вот скажу, при счете 2-9 уже подумал, все кончено. Просто потому что второй раз после такого финала. Откуда вы взяли эти эмоции, эти силы, чтобы после сумасшедшего полуфинала и финал фактически тоже вытянуть? Я могу повторяться неоднократно. И еще раз хотел бы сказать, что благодаря... Я инструмент в данной ситуации был ребят, которые меня поддерживали. Только это они выиграли, они заняли второе место, не я. Это они дали мне энергию и силу. Спасибо, еще раз поздравляем. Спасибо вам за то, что вы тоже сделали такой финальный день потрясающий. Старался.